Официальных документов, подтверждающих, что школа в Нахрачах, ныне Кандинская, появилась именно в 1896 году, не существует. Однако были свидетели того, что именно в это время на окраине села стояла изба, в которой местный священник Василий Молоков учил детей грамоте. И только в начале 20 века появились документальные свидетельства того, что в селе Нахрачи есть церковно-приходская школа. Все обучались в одной школе, было большинство, конечно, местного населения, обучались очень быстро местное население, даже отмечался один из учащихся, что быстрее овладел и русским языком, и грамотнее всех начал писать, считать. 1 мая 1925 года появились первые пионеры. Соответственно, с этого момента пионерская организация, далее комсомольская организация была образована, далее очень такой год отмечается, когда первые выпускники пошли на фронт. Великая Отечественная война – это отдельная страница в истории школы, которой и присвоено имя Героя Советского Союза, фронтовика Петра Яковлевича Панова. Итак, любое историческое событие в стране проходило с участием выпускников Кандинской средней школы. Их, кстати, уже почти 3500. 55 из 125 лет непосредственным свидетелем школьной истории является Екатерина Николаевна Тищенко. Она пошла в первый класс этой школы, окончила ее и работает здесь учителем больше 30 лет. Я помню, как мой классный руководитель Ангелина Васильевна Гуль после уроков оставалась, и она рисовала вот эти карточки с бесконечными яблочками, игрушками, потому что нам нужно было это выдавать все на уроке. А сейчас я нажала на одну кнопочку, на другую, и у меня вышел весь необходимый дидактический материал. И карта у меня на экране. Понимаете? Это здорово. Я мечтаю о том, когда перед каждым ребенком парта будет как экран. И все, что я захочу, я помещу туда. Торжественное мероприятие по случаю юбилея проходило, можно сказать, в домашней обстановке. Его даже перенесли с обычной февральской даты на апрель из-за ограничительных мер, связанных с пандемией. Гостей не приглашали. Бывшие выпускники поздравили школу и педагогов в режиме онлайн. Однако от этого торжественность события не стала менее значимой, тем более для будущих выпускников. Я очень горжусь своей школой. Она имеет очень богатую историю, и очень приятно быть причастным к этой истории, потому что мы первые кадеты Кандинской школы и носим имя Колпащикова, который тоже является выпускником школы. Школа гордится своими выпускниками, как и выпускники всех 80 официальных выпусков гордятся своей школой, давшей им путевку в большую жизнь.